В общем, только что случилась печальная история, и я записывала вам видео до этого, где была такая ненакрашенная, утренний, такой дневной свет, все дела, так все было прикольненько. И я записывала, что мы будем сегодня делать, я случайно удалила это видео. Так что теперь начинаем заново. Привет, дорогие друзья, с вами Селена Свей, и сегодня мы собираемся на концерт. На концерт, который организовывает школа, в которой я пою. Занимаюсь я там всего 1-2 раза, но сегодня у них будет концерт их учеников, и я с удовольствием хочу пойти. Времени осталось мало, я себя уже привела в порядок. Вот так я пойду сегодня, вся в черном, леди вам. Тапочки! Розовые тапочки, да, я их люблю. И что-то мне кажется, я немного косю, да? Я смотрю вот так на вас, и раз такая на себя, раз на себя. Ну, мне хочется знать, как я выгляжу все-таки, чтобы вы это не пугались меня. Не, меня можно испугаться, в принципе. Вот. Ну что, дорогие, увидимся в машине тогда. Ну вот, мои хорошие, я мчусь уже. Совсем забыла, что мой любимый не любит, когда я снимаю за рулем, поэтому мы с вами болтать будем совсем немного, очень коротко. Вот, мы с вами опаздываем. Поэтому нам надо скорее уже. Вот, что-то хотела сказать и забыла. Я совсем-совсем забыла. Ладно, посмотрим, в общем, что нас ждет. Очень любопытненько. Вот, мои хорошие, мы пришли. Городской дом творчества. Туда мы сейчас идем. Мы сейчас оформляем зеркало, чтобы запечатлеть, как я выгляжу. У нас вся кругом зеркала. Ну вот, нашла отличное место, как раз таки виртуозы, где мы находимся. Это моя школа, как называется. И спасибо. Хотели помочь снять. Вот, мне дали билетик. Вот концерт музыкальный. Тра-ля-ля-лям. И еще здесь розыгрыш, записали мое имя и фамилию, я не знаю, что будет, видимо, там будут из много-много брать кого-то одного, и мы будем получать подарки. Народу очень много, мне кажется, что будет что-то интересненькое. Я попытаюсь вам немножко снять, как всегда, закон подлости, у меня садится батарейка. Но я надеюсь, что что-нибудь мне удастся для вас снять. Ну все, увидимся. Hey, chicken, 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 hey, chicken
Машинку, и пока греется машина, может быть, что-нибудь вам расскажу. Ну, вы увидите, на самом деле, много всего было интересного. И, оказывается, наша школа виртуоза, ну, в смысле, оказывается, я и так это знала, но почему-то я все равно ожидала, что будет много вокала. Но все очень смешали у нас, и был и саксофон, и фортепиано, и скрипка, и гитара, вот. Ну, конечно, вокала тоже много было. Вот, поэтому вот такой вот прям концерт, на котором я была, и не пожалела, что я подняла свою толстую и пошла на это мероприятие. Сейчас я мчу скорее домой, как я уже сказала, батарея на исходе. Но видите, мне для вас ничего не жалко, я готова весь последний заряд потратить на вас, чтобы поделиться впечатлениями. Вот. Что еще? Ладно, то мы уже увидимся. Сейчас буду монтировать, приду, чтобы поскорее вам все выложить. А, сегодня у школы был день рождения, надо будет им что-нибудь подготовить во вторник. Сувенир какой-нибудь подарить. Ну ладно, все, помчу я. Мои дорогие, теперь я точно знаю, что я не упустила бы на свои последние энергии. Это Маклури. Я заехала в Макдональдс, обязательно съесть Маклури и картошечки фри. Так что я ем и потом иду монтировать. Приятного мне аппетита. Вообще, почему-то вообще в своих местах я снимаю очень быстро. Но мне нравится, где я сижу. Мне нравится видеть колокольчиков. Это Макдональдс на Ворошиловском. Так что я буду снимать назло своим комплексом. И пусть все смотрят, как я ем. Прям в упор смотрят.
я буду болтать с вами и есть. То есть не представляете вообще, что я чувствую. Завтра утром я пойду и куплю микрофон, потому что мне приходится напрягать голос, и мне кажется, из-за этого меня еще больше все слышат. Я еще больше комплексую. Ладно, борьба. Наверняка много блогеров, которые снимают, переживали это. И сейчас им уже все равно. Мне, кстати, интересно узнать, если кто-то из блогеров смотрит меня и снимает в общественных местах, мне интересно, как вы с этим справляетесь. Вот. У меня прям руки трясутся. Ну, борьба происходит. Смотри. Блин, картошка вкусная. Я обожаю в Макдональдсе картошку фри. Я ем его с сырным соусом или с кисло-сладким соусом в перемешечку. Ну, обычно это когда большой там комплекс еды. Вот. Вообще, я очень хотела сладенького Макфлури, но я не могла удержаться от картошечки. В Макдональдсе я беру всегда Макфлури, двойной карамель, двойная шоколад. Это моя любимая блюдо. Сначала надо солененького. Если я не буду заниматься, то свой рост, я стану как шар. И вы точно меня заметите. Ладно, походу я наелась. Перейдем к сладенькому. И домой. Одной рукой я Макфлури открыть не могу. А нет, получается. Вы видели это? Я смотрю на себя, мне кажется, у меня уже щеки большие. Как будто у меня за щеками уже еда. Хотя ничего нету. Все проглотил. Карамель. Обожаю. Ладно, хватит себя испытывать. Увидимся дома. Ну вот, мои хорошие, я и дома. Очень устала. Сразу свалилась на кровать. Сил нет, но я буду монтировать сегодняшний вечер для вас, чтобы сегодня уже им поделиться с вами. Что хочу сказать по поводу сегодняшнего вечера. Мне очень понравилось. Я лишний раз убедилась, что моя преподавательница самая лучшая. Я покажу там видео, где она. И когда-нибудь на этом концерте, может быть, и выступлю я в скором будущем. Что еще хочу сказать? Завтра поеду за микрофоном, чтобы качество звука было еще лучше. Я хочу, чтобы вы знали, что я очень стараюсь для вас делать звук и картинку, свет, звук. Я над этим работаю, чтобы было все идти в идеале. Надеюсь, вам нравится. Вот. И еще я готовлю для вас свой бьюти-блог, где я расскажу о всяких штучках, которыми я пользуюсь. И специально для этого недавно купила всяких интересных штучек. И, ну, есть вещи, которыми я давно уже пользуюсь, а есть, которые только купила вчера, еще не пользовалась, но попробую и обязательно с вами поделюсь всеми своими радостями и разочарованиями. Но это завтра. И что же, кто меня еще не знает, с вами была Селена Свей, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе, я все время делаю что-то новенькое, и ставьте лайки, потому что мне будет очень приятно, ну, если вам понравилось, конечно, но если не понравилось, тоже ставьте лайки, я не буду против, и буду работать, потом спать, но вам желаю приятного вечера. И увидимся.